прекрасная возможность сегодня поговорить и не только о красоте, о нашей молодости, но и о здоровье. Но еще раз напомню, у нас есть очищающая система «Партия ограничена, эксклюзивная цена». И если вы давно мечтали о том средстве, которое будет и очищать, и ухаживать, это именно тот вариант. Ну, а теперь немножко о здоровье. Геннадий Петрович, вы как популяризатор здорового образа жизни, за народные методы, за те, вот, которые испытаны уже вековыми традициями. Ну, химии много в аптеках, ведь согласитесь. Она постоянно меняется. Да. А то, что было, использовали наши предки, оно остается. И в частности, вот оно, богатство, которое работает на наше здоровье, омолаживает нас, ну, будем говорить, сохраняет, поддерживает. И дает красоту, в конце концов. Конечно. Итак, это все Шунгит. И на Шунгите гель-бальзам для суставов. Вот они, камушки живого натурального Шунгита. И они заключены в удобную форму. Это гель-бальзам для суставов. 4 тубы по 75 миллилитров. Но у меня вопрос в следующем. Вот от чего начинают болеть суставы? Или это просто с возрастом? Нет, с возрастом, конечно, они начинают болеть, это ясно и понятно, но дело в том, что очень сильно изменилась наша экология, очень сильно изменилось питание, мы слишком много потребляем сахаросодержащих продуктов, которые начинают, мы говорим, ну, вымывать кальций из наших костей, вот, вдобавок, значит, что возникает, кальций вымывается, получаются артрозы, далее, значит, просто-напросто еще от того, что носим неправильную обувь, неправильную одежду, у нас может просто-напросто высыхать сухожилия, высыхать мышцы, они начинают стягиваться, и очень сильно в суставах они начинают болеть, не дают спать нам. И поэтому надо обязательно за суставами следить. Если мы не следим за суставами, они нам напомнят ночью болью. Вот. Сделайте заказ сейчас и забирайте гель-бальзам для суставов Шунгит. 4 в комплекте. И у вас будут, как у меня, на 7-м десятками, с суставами все в порядке. Отлично, кстати, прекрасный девиз. И опять же, звонки все бесплатные. Звоните нам в прямой эфир. У нас гость Геннадий Петрович, он бывает очень нечасто. Успеете сегодня задать свои вопросы. И вы получаете весь комплекс. Здесь 4 тубы. Посмотрите, 75 миллилитров в одной тубе. Хватит надолго, еще можно сделать подарок любимым. Позаботьтесь о своих суставах, о суставах своих родителей, мамам, бабушкам, папам. Сделайте подарки сейчас. Давайте разбираться и обратимся к нашему эксперту, к Светлане, как правильно наносить, как часто и когда мы получим заметный результат. С удовольствием расскажу, с удовольствием покажу, как это правильно. Да. Мы нанесем на Ларисе, у нас гостья Лариса, и мы наносим на кистевые суставы. На вот очень, очень хорошо вкручивающими движениями. Да, Геннадий Петрович, сейчас я нанесу, загоняли. Все покажем. О, и растирочка пахнет. Растирочка, это говорит о том, что вот как раз она способствует раскрытию пор кожи. И тогда, естественно, действующие вещества лучше сюда входят. Вот. Главное, чтобы вызвано было чувство теплоты. Теплота говорит о том, что улучшилось кровообращение, потому что, оказывается, многие проблемы с суставами возникают из-за того, что у нас была травма, что они замерзли, и в результате кровообращение нарушается, а раз кровообращение нарушается, нарушается и питание сустава, и он начинает разрушаться. Все правильно. Увеличивается микроциркуляция, увеличивается обмен веществ. Вот я даже чувствую, что вначале рука была такая холодная. Да, после такой интенсивной растирки, да, у нас пальчики согреваются. Я лично использую это для себя, вот, Геннадий Петрович, когда у меня не имеют пальцы. Очень хорошо мне помогает, когда вот такой массаж, причем с усилением крема, действительно онемение проходит. Лариса, онемение как раз говорит о том, что кровообращение у нас хуже, вот, и если они еще холодненькие, это говорит тоже это о том, что кровь сюда не доходит. А как только вы поделали массаж, как только такие процедуры, у вас кровообращение улучшается, и вы чувствуете себя намного лучше. Правильно. И за счет чего это все происходит? То, что здесь у нас в нашем составе наш уникальный продукт Шунгит.
кроме него у нас здесь находится и хондроитин, и глюкозамин. Это два мощных составляющих строительного материала, которые как раз играют роль в образовании сухожилий, хрящей, которые борются с пораженными суставами, которые снимают и воспаление, снимают отек, снимают покраснение и, что самое важное, снимают боль. Вы представляете, как здорово. А мне еще вот известно, что многие ездят в санаторий, чтобы получить шунгитовую поддержку. Безусловно, ездят, потому что все хотят добиваться действительно здоровья. Хотят быть здоровыми, не только красивыми. Поэтому сколько, Олечка, сколько, Геннадий Петрович, стоит у нас поездка в санаторий? Это как минимум 30 тысяч на одного человека. И плюс билет от 5 тысяч в одну сторону. А если едет вся семья? Вы представьте себе, конечно, известны шунгитовые комнаты, да, своей целебной силой, но у нас гель, который помогает нам обрести и подвижный сустав, и снизить болевые ощущения, и даже свести их на нет. Ну, а вот немножко о шунгитовой комнате хотелось бы расспросить. Вот именно те комнаты, куда мы и стремимся, в санатории. Вы знаете, я сам был в такой комнате, был, конечно, поражен тем, что в первую очередь из-за того, что вот шунгит обладает энергетикой, там какая-то особая энергетика в этой комнате, особый какой-то запах такой интересный, знаете. И вот пребывание буквально в течение где-то 5-10 минут, вот чувствую, что ты какой-то заряженный, на электролизованный стал. Это очень интересное явление, которое говорит о том, что твоя энергетика улучшилась. Вот, представьте себе, какое огромное влияние шунгит оказывает на положительное, причем влияние, на наш организм. Кстати, я даже дома у себя сделал такую стеночку, да, уголочек. Да, у меня есть. Надо как-нибудь все-таки заснять и вам показать. Конечно. Вот такое. Как это интересно. Вот. А так вы все получаете. Вот. Да, больше того, вы еще получаете подарок. Это шунгит, натуральный пакетик с шунгитом. Вот здесь вот у нас чашечки полностью высыпаны. И вы видите, какой здесь количество. Шунгитовые камушки. В составе геля бальзама для сустава включен именно натуральный шунгит. В комплекте 4 тубы по 75 миллилитров. Эксклюзивная цена. Хватит вам надолго. Ну и, конечно, специальный подарок, который вы можете использовать, заряжать, ну, очищать правильно воду. Очищать, да, и заряжать. И вы знаете, что я хочу еще сказать вот об этом шунгите? Дело в том, что их несколько разновидностей шунгита, в которых содержится то или иное количество фуллеренов. То есть чем больше фуллеренов, вот этих вот сфер углеродистых, содержится в минерале, тем более она целебная. Так вот, в этом шунгите содержится больше всего вот этих вот веществ, вернее, этих фуллеренов, микротаких частиц, которые именно обладают такой удивительной особенностью. Фуллерены. Давайте посмотрим, кто такие фуллерены, как они работают. Посмотри, вот это наши живые клетки, клетки нашего организма. И вот что делают с нами наши клетки-убийцы, свободные радикалы, которые процесса окисления, они разрушают нас, разрушают наш организм. А вот как раз фуллерены, которые находятся у нас в шунгите, они являются защитным барьером от этих клеток-убийц, от свободных радикалов. И чем больше у нас антиоксидантов, фуллеренов в организме, тем больше наша защита от различных заболеваний. Свет, у меня вопрос. Как часто нужно наносить? И да, какие ощущения будут на коже? Что нам готовится к чему? Жечь, Оль, будет? Ты знаешь, вот даже я сейчас нанесла, никакого жжения, никакого дискомфорта вы не чувствуете. Только ощущение тепла, только ощущение комфорта. Наносить нужно не меньше двух, а то и три раза в день на те проблемы, которые вас беспокоят. Если локти, мы наносим на локти. Если на колени, на колени. А лучше наносить на все суставные, на наши суставы, в том числе и тазобедренные, чтобы начинать уже сегодня профилактику суставных заболеваний. И, как сказал Геннадий Петрович, не щадим себя, более массажными движениями, более усиленно делаем это.